Здравствуйте, в эфире рубрика «Оперативная сводка», в ходе которой познакомлю вас с итогами работы полиции за минувшую неделю. Всего в дежурную часть поступило порядка 1500 сообщений и заявлений от граждан. Из общего числа поступивших сообщений зарегистрировано 10 преступлений, 6 из которых раскрыто. Оперативная обстановка на территории обслуживания остается стабильной. В отчетном периоде преобладают преступления имущественного характера. Зарегистрировано 2 факта краж чужого имущества и 4 факта мошеннических действий. Очередная жительница города доверилась мошенникам, которые представились экстрасенсами, в результате чего женщина лишилась порядка 1,5 миллиона рублей. Более подробно потерпевшая расскажет сама. Они мне обещали помочь за определенную сумму денег. Я в это очень сильно верю. Я даже, не задумываясь, начала с ними переписываться, переводить им деньги. Скажите, пожалуйста, а в общей сложности сколько вы перевели денежных средств так называемым экстрасенсам? В общей сложности это было около 1,5 миллиона рублей. Давайте вновь вспомним, как не стать жертвой мошенников. Как распознать мошенника в интернет-магазине? Подозрительные интернет-магазины часто привлекают покупателя словами «акция», «количество ограничено», «спешите купить», «продавец работает только по предоплате», «нет курьерской доставки и самовывоза», «нет обратной связи с продавцом», «нет отзывов о товарах и услугах вообще» или «отзывы только хорошие», «нет истории продаж», «страница магазина зарегистрирована недавно», «есть неточности в описании товаров», «продавец торопит покупателя с оплатой». Что делать? Внимательно изучить отзывы о продавце, его контакты и способы оплаты. Сравнить характеристики товаров на других сайтах. Провести необходимые замеры. Внимательно оформлять заказ. Отказаться вносить предоплату незнакомым лицам. Важно знать, продавец не вправе требовать данные вашей банковской карты. Потребитель вправе отказаться от покупки в интернет-магазине в течение 7 дней после получения товара. При этом обратная доставка оплачивается покупателем. Если в отношении вас и ваших близких совершено преступление, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102 или 112. Продолжается работа в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ. В отчетном периоде стражами порядка выявлено и пресечено 3 факта сбыта и 1 факт незаконного хранения наркотиков. Общий вес изъятых веществ составил свыше 5 килограмм. Соблюдайте внимательность при обращении с купюрами номиналом в 1000 и 5000 рублей. Продавцы и кассиры. При обнаружении поддельного денежного знака не возвращайте его покупателю. Под предлогом размена денежных средств или неисправности кассового оборудования затяните время нахождения гражданина, предъявившего подделку. Вызовите сотрудников полиции и дождитесь их прибытия. Граждане, помните, что сбывая полученную ранее поддельную денежную купюру, вы становитесь соучастником преступления и будете привлечены к уголовной ответственности. По подозрению в совершении тяжкого преступления сотрудниками полиции разыскивается гражданин Ехьяев Руслан Ахмедович, 1989 года рождения. Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, убедительная просьба незамедлительно сообщить дежурную часть полиции по телефону 295610, либо с мобильного 112. Как получить справку об отсутствии судимости? Очень просто, сайтом госуслуг. Справка о наличии или отсутствии судимости. Здравствуйте! Если вы хотите получить справку о наличии или отсутствии судимости при помощи портала госуслуг, то вам необходимо совершить следующие действия. Зайти на портал www.gosuslugi.ru, ввести данные для входа в личный кабинет, логин и пароль. В строке поиска введите «Справка об отсутствии судимости». В результатах поиска нажмите на «Справка об отсутствии судимости». Выберите тип получения «Электронная услуга». Ознакомьтесь с правилами получения и нажмите на кнопку «Получить услугу». Заполните сведения о заявителе. Выберите роль заявителя. Проверьте личные данные и при необходимости исправьте их. Если вы меняли фамилию, имя, отчество или регион проживания, добавьте эту информацию в соответствующие графы. Прикрепите электронные образцы документов.
страницы, содержащие сведения о личности владельца паспорта, о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета и об отношении гражданина к воинской обязанности. Далее выберите способ получения ответа. При выборе пункта с необходимостью личного посещения укажите количество экземпляров. Укажите регион, направление запроса. Нажмите кнопку «Подать заявление». С помощью этих действий вы смогли без значительных временных затрат оформить все документы на получение справки об отсутствии судимости при помощи сайта Госуслуг. Госуслуги. Любая справка. Легко. Уважаемые нефтеюганцы, отдел МВД России по городу Нефтеюганску объявляет набор старшеклассников на очное обучение на 2020 год в Омскую академию МВД и Уральский юридический институт. Трудоустройство в отдел МВД России по городу Нефтеюганску по окончанию обучения гарантировано. По всем интересующим вопросам обращаться по телефонам 295819 либо 295606. Выбор профессии – неотъемлемая, важнейшая часть жизненного пути, которую проходит каждый в своей жизни. Полицейский – это профессия, которую выбирают сильные и смелые. Профессия, стоящая на страже закона. Особую роль в подготовке кадров для подразделений следствия, дознания и уголовного розыска органов внутренних дел играет Омская академия МВД России. Для качественной подготовки сотрудников МВД России академия располагает всем необходимым. Она имеет современную учебно-материальную базу общей площадью свыше 80 тысяч квадратных метров. Для организации учебного процесса используется более 100 учебных классов и аудиторий, лекционные залы, компьютерные классы, учебные криминалистические полигоны, тиры для учебных стрельб, спортивные залы, стадион, полосы препятствия, библиотеки и читальные залы. Учебный процесс обеспечивает профессорско-преподавательский состав, имеющий высокий уровень научно-педагогической квалификации. Более 80% преподавателей имеют опыт службы в различных подразделениях территориальных органах внутренних дел. Кроме того, к проведению учебных занятий систематически привлекаются опытные практические работники. В академии большое внимание уделяется практической составляющей обучения. Главными признаками профессионализма сотрудника органов внутренних дел является его умение владеть оружием в ходе выполнения служебно-боевых задач и физическая подготовка, которая постоянно развивается и совершенствуется в процессе несения службы. Высшая форма практического обучения – тактико-специальные учения, при которых моделируются конкретные ситуации, отражающие реальную оперативную обстановку. Они направлены на слаженность и оперативность действий сотрудников при решении задач, стоящих перед органами внутренних дел на современном этапе. С момента зачисления в академию курсант становится полноправным сотрудником полиции, а время обучения в академии засчитывается в стаж службы в органах внутренних дел. Ежемесячно ему выплачивается денежное довольствие, в полном объеме выдается форменное обмундирование, предоставляется бесплатное медицинское обслуживание и государственное страхование на все случаи жизни. Если вы определились с выбором будущей профессии и готовы защищать жизнь, здоровье, права и свободы гражданина, интересы общества и государства от преступных посягательств, хотите стать настоящим офицером, приходите в Омскую академию МВД России. Чтобы стать курсантом академии, вам необходимо быть гражданином Российской Федерации, иметь уровень образования не ниже общего среднего, не иметь судимости, пройти психологический и медицинский отбор, написать заявление в ближайшем отделе полиции по месту прописки. Выпускник Омской академии МВД России – это гарант высокого профессионализма. За годы своего существования Омская академия подготовила более 60 тысяч специалистов. Потенциал Омской академии МВД России, аккумулирующий большой опыт образовательной, научной и общественной деятельности, позволяет коллективу вуза вносить весомый вклад в совершенствование ведомственного образования. Всего на улично-дорожной сети города зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадал один человек. Полицейскими выявлено и задокументировано свыше 1500 административных правонарушений, в том числе по линии ГИБДД. А также проведено 5 профилактических мероприятий, направленных на предупреждение, пресечение преступлений, а также на обеспечение безопасности дорожного движения. А у меня на этом все. Самые свежие новости о деятельности городской полиции вы можете найти в официальных группах полиции Нефтеюганска, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Инстаграм. Будьте бдительны и всего вам доброго.